Всем привет, ребят, с вами Роман, и сегодня у нас на обзоре просто монстр-пушка-гонка-компьютер. Реально, такого компьютера у нас еще на канале на обзоре не было. Да, я собирал иногда на выезде такие компы, но так, чтобы он у меня дома вот тут очутился, и я смог вам снять такой полноценный обзорчик на него, такого, ну, еще не было. Итак, в копилочку у нас обзор идет на мощнейший процессор на данное время, вот середина 24 года. Я не знаю, какой можно круче компьютер еще собрать, но имеется в виду в игровой производительности. Итак, ребят, давайте начнем. Корпус здесь Lianli, Dynamic, XL, там, короче, самый максимальный огромный корпус Lianli Aquarium. Здесь у нас монстр Ryzen 7950X3D, 16 ядер, 32 потока, кэш третьего уровня L3, 128 мегабайт. Это просто офигеть. Что дает ему этот кэш? Нереальное ускорение в некоторых проектах, в некоторых играх. Соответственно, в каких-то шутерах он просто разрывает шаблоны, этот процессор. И еще у него, помимо этого 3D кэша, ядер и все дела, у него буст до 5,7. Ну, понятно, что когда у него ядра потоки загружены, мы не увидим этих 5,7, но при правильной настройке иногда он бустится до 5,6 даже по многим ядрам. Поэтому, ну, это пушка-гонка, вы все частоты, все температуры увидите в тестах. И, кстати, насчет температур, я бы не сказал, что температуры какие-то запредельные. В стресс-тесте OCCT, где он потребляет около 150 Вт вместе с видеокартой в нагрузке и так далее, ну, он разогревается до 90 градусов с этой водянкой Lianli трехсекционной. Но в играх и в реальных задачах он так не греется. То есть, да, где-то, когда подгружает шейдеры, бывает, и у него температура подлетает, но не до каких-то критичных моментов. Но в основном в играх он при тихой довольно-таки работе остается 60-70 градусов. И я, мое почтение, ребят, у того, у кого сводит скулы от слова overprice, пипец, куда столько денег потратил и так далее, зачем? Зачем здесь это? Зачем здесь то? Можете не смотреть, а то будет инфаркт у вас миокарда, потому что когда я начну называть вам комплектующие, вы просто охренеете, у вас от недоумения, вы скажете, что, зачем? Но человек просто, он сам его собирал, то есть не я собирал, я только пересобирал. Тут хотел, вот на данный момент, когда он покупал, он хотел все самое-самое лучшее. Хотел, это его право, не надо обсуждать, что сколько стоит, не надо тут никого обвинять. Человек хотел, бабки заработал, купил. Как бы это вообще не наше дело.
Наше дело только вот мое было продиагностировать, пересобрать, все красивенько, все сделать. И в принципе я с этим справился. На стриме мы все продиагностировали, все сделали. И в общем, теперь я вам выкладываю уже пушечку готовую, которую мы протестили. И все тесты в играх, абсолютно в куче игр, вы посмотрите. Кто-то для себя подчеркнет, нужен ему такой или не нужен. И в паре, ребят, с этим процессором у нас работает материночка X670 Asus ROG Hira Crosshair. Да, кто-то скажет, ну блин, а зачем этот X670 такой оверпрайсный и так далее. Ну я не знаю, понятно, что я в угоду своих там возможностей, может быть, и поставил там B650 какую-нибудь хорошую. Но человек, опять-таки, я же говорю, решил поставить самую, одну из крутых. Ну понятно, что есть там еще круче, но тем не менее, эта плата стоит дороже, чем проц. И она реально крутая, ребят, потому что у нее стоит 2 по 48 гигабайт оперативной памяти DDR5. И она берет при этом объеме 6400 CL34. Ну, конечно же, с небольшой настроечкой. Но она стартует, она проходит все тесты, все игры. Она стабильно работает на этой частоте с этими таймингами. И, кстати, оперативная память у нас здесь G-Skill Trident Z. И, в принципе, там чипы хорошие, все берет нормально. То есть, представляете, да, 96 гигабайт. Ну, здесь у нас, ребят, конечно же, по традиции, полный кит для лишних вентиляторов. 3 снизу, 3 сбоку, 3 сверху и 1 сзади. Полный кит. Короче, там проводов просто немерено, этих хабов. Но нам удалось их спрятать, поэтому все окей. И спереди нормально получилось, и сзади нормально. Ну, а также RGB провода лишние. Короче, все практически по фэншую. Подставка снизу под видюхой тоже RGB-шная. Короче, пушка-гонка. Ну и вишенка на торте, ребят, у нас видеокарта. Это значит... апогей зеленых карт, это 4090 Vulkan. Блин, толстенная, крутая, с хорошим охлаждением видеокарточка. Хорошая, в общем, и с экранчиком. Сейчас я вам поближе, конечно, все это покажу, ребят. Блин, ну это пушка реально. Она в пике потребляет, мы ее раскочегаривали, 475 ватт. У нее есть кнопочка с автоматическим разгоном, да, которая на 100 МГц где-то повышает частоту. Ну, в общем, видеокарта, конечно, пушка. Ну и я так скажу. Сколько я тестировал, ну, ребят, 4К гейминг с этим компьютером уже начался. Да, в каких-то проектах все равно надо поставить DLSS на качество, допустим. Или, может быть, генерацию кадров включить. Но 4К гейминг, она уже тянет с вот этими немножко оговорками. Где-то она и просто в нативе тащит, где-то с DLSS на качество. Но я думаю, что если у вас 4К картинка, апскейлинг на качество вам точно не повредит. А тем более мы знаем, что сейчас... DLSS, он не мылит картинку, а даже бывает наоборот четче делает. Поэтому, ребят, можно сказать, у нас открыта дорога в 4К гейминг с этим компьютером. И еще сразу, ребят, предупрежу, что не надо мне вот это вот говорить, там, у тебя здесь на вдув, здесь на выдув. Не надо мне говорить, что у меня водянка сбоку стоит, что у нее на выдув вентиляторы. Так уже было и так обговорено с хозяином этого компа, то, что оно вот как стоит, вот так и стоит. Мы ничего никуда перекидывать не будем. То есть мое было дело пересобрать все, выяснить причину неисправности. Он выключался, кстати, ребят, поставлена водянка на выдув сбоку. Я, конечно, говорю, что можно было бы поставить на вдув. Но тогда, ребят, знаете, тут такой нюанс. Можно было бы, смотрите, наверх поставить, но тогда он, процессор будет еще горячее, да? Если поставить на вдув, тогда у нас получится процессор холоднее, но видеокарта будет горячее, память будет горячее, VRM... И память уже не факт, что при нагреве будет держать такие частоты, да? То есть тут палка о двух концах. Не надо рассуждать однобоко, типа, что вот надо на вдув, надо туда-сюда, надо всегда подумать. Ну, короче, решили мы ничего не переставлять, так и оставили. Потому что в такой конфигурации у нас и видеокарта нормально себя чувствует, и процессор тоже не горячий. Я вам покажу его в предельных нагрузках и покажу вам в играх, чтобы вы понимали, что особо, как бы... Тут не повлияла эта ситуация, потому что все равно у нас 3 снизу на вдув, 3 сверху на выдув, и еще водянка захватывает от нижних вентиляторов еще немножко холодного воздуха. В принципе, это все нормально работает, все стабильно работает, не перегревается, поэтому все всех устраивает. И оперативка держит свои частоты, не нагревается. А адепты правильных установок, наверх, там еще куда-то на вдув, вы сначала столкнитесь с такой системой, немножко протестите, так переверните. Посмотрите, как красивее. То есть надо учесть все моменты, чтобы было и красиво, и чтобы было без перегревов. Все моменты надо учитывать. Поэтому, ребят, тут нет однозначного такого решения, как правильно устанавливать. Ну и, соответственно,
вентиляторы не реверсивные, поэтому если мы поставили бы их задом наперед, да, вот здесь вот на боковине на вдув, то они бы, ну, смотрелись ужасно. Нижние еще куда ни шло, но когда боковые, да, так ставишь, ну, задом к нам, то они выглядят не очень хорошо. Поэтому, ну, скажем так, давайте, температуры нормальные, ничего не перегревается, все работает стабильно, пускай так и стоит, да. Давайте не будем этот момент обсуждать. Этот компьютер ко мне попал с неисправностью, что он выключался. Выключался он с блоком питания Thermaltake Tut Power 1650 Вт. Крутейший блок, все разъемы, 2 12 VH Power коннектора и так далее. Огромная мощность. Но когда потребление зашкаливало там 600-700 Вт у нас, может быть, он первой ревизии, я не знаю. Может быть, он из-за вот этих вот высоких напряжений, высокого потребления, может быть, он думает, что это как короткое замыкание и вырубается. Может быть и так. Но PX850G, который был на замену поставлен, справился идеально. В любых нагрузках справляется и даже не напрягается. Так что, ребят, не надо никаких 1,5 киловаттников брать и так далее. PX850G и от этого уровня блоки справляются идеально с такой системой. И даже с запасом. Такой вот экранчик, ребят, на этом вулкане. Мне даже дети подошли и спросили: пап, а у тебя что, в компьютере телевизор? Я говорю, ну можно и так сказать. Пляшут тяночки всякие, приятненько. Ну, пленку не сдирал, потому что хозяин сам сдерет, как говорится, да? Вот такие вот, ребят, лянлишки вентилятора красивые. Ну, режим это сам хозяин настроил. Вот такой вот провод здесь. RGB-шный, тоже лянлишный. Здесь все. Вот, материночка. Asus ROG Hero X670. Сверху вот вентилятор лянлишный. Все это вот так вот красивенько выглядит. Нам не хватает одного проводочка, чтобы засинхронить морду и вот эту подставку с вентиляторами этими Lianli. Нам нужен переходничок, мы его заказали. Ну а пока что сделал все по максимуму, как мог, красиво. Провод у нас черный, поэтому я его такими белыми стяжками украсил. Он не перегибается, можете не переживать. Посмотрите, видите, он прямо выходит, только потом уже изгибается. То некоторые начнут сейчас переживать, что это 4090 и провод изогнут. Он изогнут так же, как и он бы вниз был изогнут. Видите, то есть он прямо выходит, а потом уже только начинает идти на изгиб. Видите, вот прямо вышел и потом пошел. То есть я не дурачок, чтобы прямо взять его и вверх сразу загнуть. Вот, смотрите, сюда сделал вот такие вот стяжечки тоже. Клиенту понравилось. Ну, это все по согласованию, ребят. Может быть, вам бы по-другому понравилось. Кто-то скажет, кому-то колхоз, не колхоз. Но мне вот, в принципе, так понравилось. Я показал хозяину компа, он сказал, все офигенно. Вот тут максимально уложил эти провода, как-то подспрятал. То есть, видите, они вот здесь вот чик, так спрятаны, да? Вверх уходят, ну, чтобы их максимально было не видно. Снизу тоже постарался, тут один USB 3.0 только и так далее, да? То есть, в принципе, все подспрятал, все аккуратненько. Еще, ребят, ну, по кейбл менеджменту тут вопросов практически, я думаю, нет ни у кого. Очень все сделано аккуратненько. К слову, ребят, вы не думайте, что если это супер дорогой компьютер, я только здесь постарался сделать так кейбл менеджмент. Я и в своих простых компьютерах тоже так же все делаю красивенько на таких стяжечках. Все как бы, чтобы даже человек, покупая простой компьютер, чувствовал себя, ну, блин, что у него, пушка-гонка от Вахмета. Покажу вам немножко, ребят, OCCT Stress Test Power Test, то есть по питанию. Получается, тут видеокарта у нас потребляет 513 Вт. Еще, получается, встроенная графика где-то около 50 Вт потребляет. Процессор 151. И, в принципе, все, вот 89 градусов, он больше не поднимается. То есть он примерно на 4,7, как вы видите, да? И 89 градусов. Также видеокарта около 74-75. При таком потреблении это просто, в принципе, шикарные результаты. Конечно же, в играх такого не будет. В играх он довольно-таки холодный. Sandbench, ребят, набирает вот столько баллов. Thank you.
Thank you.
Страх приодолей. Стань, стань, стань.
Фристайлер! Фракан Манкантон! Straight from the Charcomaton! Лонкан Маркатон! Фристайлер! Мракан Маркатон! Река Фристайлер! Основан, энгован, юга да достосован, с электро, соня, радио, яса, ес, то не доход, то распороз охота, эс, дал дорог, авай, хай, да, экскюз, мевай, да не сосед, кралась, авизда, эналайз, лайк, стоп, эвешн, валешн, макароны, протешн, а у них харкоон, харкоон, госселен, деон, гома, чемелелеон, стрей, фром, за чакарматон, ну может, тонь, нарежет, не миллион, Кистрей, from the Chakamaton, from the rock, rock, rock. www.radiogameplay.ru We'll be right back.
бро. Yeah.
We'll be right back.
Ну что, ребят, показал вам этот компик во всей красе. Показал во всех играх. 4К, 2К, DLSS, генерация кадров. Везде все показать старался. Кое-где даже Full HD включал. Ребят, чтобы упереться, допустим, где-то в процессор, да? PUBG, там все показал, ребят. Максимальные игры, сколько у меня есть, всем вам показал. Наслаждайтесь, смотрите, с какой там FPS, какие температуры во всех разных режимах. Так что, ребят, компьютер получился офигенный. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. А также, если кто-то хочет подобный компьютер или хочет какой-то попроще компьютер, у меня куча компьютеров в наличии. Так что можете обращаться по ссылкам в описании, в Telegram, ВКонтакте, везде можете мне писать, звонить, на Авито посмотреть. Там все есть, ссылочки все есть. С вами был Роман, пока-пока.